Территория-то, это при этом Франция. Дело происходит в 18 веке да, Франции. Да, или... да, у нас не было никакой адаптации к сегодняшнему дню. Угу. Это все маркизы де Мертей, Валанж, это все французы и француженки. Вальмон, вот в моем ли это все Франция, все того века, к которому это и относится, написано. Вы в одном из интервью говорили, что гораздо интереснее, ну, вам, во всяком случае, играть характеры, которые совершенно ничего общего с вашими чертами не имеют. А вот что-нибудь есть общее от Виконта у вас? У меня? Да, вот у вас, как у человека. Или это совсем... Мне кажется, что нет. Мне кажется, что... То есть вы не интриган? Я не интриган, уж точно. Я не особо такой соблазнитель все, вся и всех. Никогда не добивался чего-то какими-то такими путями. Странно. Для того времени, может быть, и не странно, для того общества, для моего времени и для моего общества довольно странно, кто занимается таким. Хотя есть такие. Добиваются своей цели. Мне это не свойственно. Да нет, мало чего свойственно. Вообще мало что во мне есть. Опять же, я себя как-то, по-моему, рисую таким хорошим и таким славным. Нет, правда, нет, ничего похожего. Ну, потом неотразимый какой-то там сердцеед, ну какой, посмотрите. Посмотрите нет, на нас, ну какие мы неотразимые. Это опять вот то же самое, что с режиссером. То есть вы, опять же, про диктатора. Да, вот просто набиваетесь на комплимент. Ну, вот здесь известно, что вы секс-символ, герой мужчин. Вообще мужчина, который играет военных, и играет много, он это уже половина вот залога успеха у женщин. Потому что мужчина в форме. Наверное, особенно в нашей стране женщины почему-то очень любят военных. Это не только в нашей стране. Нет, на Востоке, допустим, вообще это очень... На Западе нет. Я как-то, да, там больше проходят какие-то, может быть, бизнес, может быть, да, какие-нибудь... Вот поэтому Запад и обречен, я да, думаю, причем поэтому... именно нет поэтому. Будущего. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».